Ксения Лачкова из бойцовского клуба «Сталь» стала пятикратной чемпионкой России по панкратиону. Накануне этих соревнований, которые прошли в Майкопе, нижегородская спортсменка заболела и на турнире дралась на пределе физических сил. Тем не менее, даже не в своей коронной весовой категории, Ксения Лачкова все бои закончила досрочно и в пятый раз стала чемпионом России. По итогам этого выступления нижегородка вошла в состав сборной России и теперь будет представлять нашу страну на чемпионате Европы и на чемпионате мира. И это не единственная хорошая новость соревнований в Майкопе. Ведь там Нижегородскую область помимо Ксении Лачковой представляли также Шамиль Муталимов и Анастасия Оленина. Шамиль в первом упорном бою уступил со счетом 11-13 спортсмену, ставшему в итоге чемпионом. Анастасия же проиграла в финале и тем самым завоевала серебряную медаль чемпионата. Теперь она вместе с Лачковой примерит костюм сборной России по панкратиону для выступления на турнире Старого Света и на чемпионате мира.